Слабо сегодня 30 играют, человек, нету, кстати, в турнире. Могу никого выиграть. Базар вокзал там всех жарит. Фантастика. Да. Шахмат. Вот Витик, это кто, кстати, Вячеслав, я не знаю. Приветствую Вячеслава. Друзья, подскажите, кто Поехали. Знает, кто вот это вот. Ага, дыч. Ушел он. К сожалению, таракана, я не знаю. Не стал да. он играть основные схемы. Ну ладно. Его право. H3, слон E3. А, Матвей, да. Взял обязательно. Матвей. А3. D5 хочу. Так, сюда, наверное, надо пойти. Сюда. Сюда, Матвей, да, Сергей, взял. Да, я понял, да, спасибо. Так, ну здесь, наверное, ДЕ все-таки. У меня H4. Но и так, хочу, а это куда? Шесть, это не совсем понял, что конь E4 нельзя пойти. Что там будет? А что конь E4? Не вижу. Кстати. Сюда. Да, вроде можно. Вроде как я можно. Я перестану зевать сегодня. Ты зевнул, что ли? Взял. Ну ладно, взял. Я же, говорит, попросил, чтобы вежливо. Да, я понял, да. Получилось действительно очень вежливо. Так, слон F3. Так, ага, вот тут не так-то все просто, да, как оказалось. Не так-то все и просто. Качку скинуть. Ой-ой-ой. Поборемся еще. Держите меня, семеро. Ферзь F6. Задумался Вячеслав. Ой, не нравится. Ну, мне это радует, правильно? Песня, а? Хоть кто-то думает. G3 там какой-то ход. Ой, начинается в деревне лето. Так, конь F5, конь D6 тоже не пойдешь. Тю, блядь, а как ходить? Как ходить-то? Ну, у меня, кстати, активная фигура стоит. Давайте так. Взял. Ага. Взял. Ага. Интересно. Девки пляшут. Взял. Интересно, девки пляшут по 4 в 3 Взял. Ряда, да? Так. Давайте сейчас C6. Ушел, напал. Давайте так. Сюда поглядываю, да? Так, ну пешек-то поровну, а что за позиция? Что за позиция? Тоже непонятно, да? Позиция ферзя непонятная, друзья. Менять ферзей хочет? Нет, я отказываюсь. Я менять ферзей пока не готов. Конь G3. Ушел пока. Так. Так. Пока смотри, что скромно ушел. Ладья C3. Ладья C3. F5, ладья C6. Ладья C3, F5. F5, наверное, неплохо должно быть. Давайте ферзь D5. Так. Интересно. Так. Да, времени мало, да, но как бы позиция вроде неплохая. Так, по ощущениям. Ладно, конь F1. Конь F1. Так, этого надо... Слон A7, F3, да, конь E3. Да, это понятно. Так, а что, он менять ферзей хочет? Или не хочет? Разменять ферзей можешь, чтобы атаку не дать Вячеславу развить, кстати. Менять ферзей. Одна из главных идей, ферзей, наверное. Менять ферзей хочет, да. H8. D1. D1, F3. Блять, по времени проседаю. Ладно, сюда. Так, хорошо. Этих носорожиков мы поменяем. Это ладно. Это-то ладно. Сюда. Одеться 7. Так. Сюда. Я B7. А коня как-то это я выбрал. B7, E4. Возвращать. D2. Так, слон E5. Слон E5, ладья E8. Просел по времени. Опал бля, и буду. Держу поле. Под присмотр очень важно. Хорошо. Он же сказал, мне это очень не нравится, блин. D8. В принципе, Владимир, мне неплохо разменять, у меня время больше. Надо, да. Ай-яй-яй.
Не, ну Вячеслав, ну так вот нельзя играть, как ты играешь, ё-моё. Ё-моё. Да быстрее ты ходи, а. Не тупи. Не тупи. Так. Так. Так, пока надо держать оборону, так. У меня время явно больше. Так. Забрали. Да, ну. Ну это я, ёпта. Ну вот, взял это коня, я да. Я так играю, да. Ну хоть кого-то обыграли. Хоть ой, осёл! Ой, осёл! Ой, осёл! А, ну слов нету просто. Хотя, ну что конечно, я такой медленный, а? Я проиграл, что, наверное, это вообще ни о чём не хватает. До Вячеслава Витика я никак не могу дотянуться. Не, ну чё, да, он не рубил очков. Флаг, да. Вова Михайловский тоже улетел вперёд. И я медленно играю. Играй Вову и шёл бы сейчас на третьем месте, да? Да, вот это поражение, друзья, вообще нет. Не тарахтело ни в каком... Ну нет. Ни вот в каком вот. Виде не тарахтело, бля, буду, это лишнее. Да. Это лишнее. Игрой я своей, конечно, сегодня, мягко говоря, недоволен. Это а что, Роман Величкин где? А, что-то у него конкретно играть пошла. 3, 4, 5. Да, что-то у него 7 очков, что ли, ё-моё. Да, после меня Роман Юрьевич вот Шувалов. Да гуру нет вроде как. Артёму как он проиграл. Ну, да. Базар вокзал там всех жарит, я смотрю. Фантастика. Делю 6-е место я. Ваня Белуса против Базар вокзала играет. Фантастика. Базар вокзал выигрывает, видимо.